сути, это Кайджира, и сегодня мы находимся на анти-пост-кон-депрессион, посвященном 2014 фурке. Здесь достаточно шумно, не знаю, если мне так долго говорить. Мирк, расскажи нам о своем опыте пребывания на 2014 фурке. Не знаю, что рассказывать. Потому что это моя не первая фурка. Ну, понятно. Ну как тебе 2014? Ну, лучше или хуже 2013? Скажем так, я был гораздо активнее на этой фурке. О, везде бегал? Ага, с лазертегом тоже бегал. Ты это прекрасно. Да. Да, спасибо. С нами был Мирк. Да. Так, сегодня есть наш присутствие за тех, кто был первый раз на этой фурке. Николай, 2014 фурка была первой. Знакомьтесь, это Лес Сильвис. Я занят. Ага, и он рисует. Расскажи о своих впечатлениях об этой фурке. Если честно, я не думал, что такое существует в этом мире. Было просто офигенно. Ты же познакомился с фурями. Как я мог не знать? Но я, конечно, знал, что фури крайне позитивный народ, но я не думал, что все будет настолько дружелюбно и офигенно. Ну да, на фурке есть такая склонность, что достаточно разные слои фурей. Поедешь ли ты в следующий раз? Конечно. Все это зависимость. Биня. Я. Привет, смотри.